В Нюрбе состоялось первое районное соревнование по русскому жиму. О ходе и итогах спортивного мероприятия рассказывает Роман Савинов. Пауэрлифтинг в Нюрбе – это только развивающийся вид спорта. Силовые виды спорта практически не проводятся. Поэтому для популяризации пауэрлифтинга силами энтузиастов было проведено первое районное соревнование по русскому жиму. В нем приняло участие 8 спортсменов. Для первого раза соревнование прошло на высоком уровне. Конечно же, это не первое и не последнее соревнование, которое мы будем проводить здесь. В дальнейшем тоже хотим развивать федерацию пауэрлифтинга в Нюрбинском районе, привлекать ребят, потому что на сегодняшний день это является очень актуальным видом спорта. То есть ребята тянутся к силовым видам спорта, в том числе и к пауэрлифтингу. Все участники – это представители разных сфер деятельности, любители. Для начинающих спортсмены показали весьма хорошие результаты. По итогам первого районного соревнования по русскому жиму безоговорочную победу одержал 52-летний Вадим Григорьев. Мне было очень приятно вспомнить старые времена, прийти и позаниматься, посоревноваться с молодыми. Я, конечно, со спортом не завязывал, я регулярно тренируюсь в тренажерном зале. С гораздо меньшими весами, правда, но стараюсь держать себя в форме, что и рекомендую всем молодым, которые сегодня пришли. И думаю, что моя победа во многом их подвинет на то, чтобы они достигли новых высот, потому что, конечно, они способны на гораздо большее, чем я в моем возрасте. Так прошло первое районное соревнование по русскому жиму. Организаторы и участники соревнований по итогам решили впредь проводить такие соревнования, популяризировать пауэрлифтинг в Нюрбе. Роман Савинов, Эдгар Николаев, НВК Саха, Нюрба.